поздравляем с победой. Для вас как сложился дебют, первый матч ЦСКА, как его оцениваете? Спасибо. Ну, сложился неплохо, мы выиграли 4-1. Самое главное — победа. Ну все, ребята молодцы. Играли в три звена. Потом после первого выбыл Бурдасов, и мы играли, в принципе, через раз. Там все нападающих очень-очень тяжело. А насколько для вас вообще непривычно вот так играть в 13 полевых игроков? Ну, я думаю, это такой первый раз вообще. Если только в детстве такое было. Физически это сильно отличается? И вообще по установке тренерской? Ну, просто тяжело играть через раз очень. И все, так, в принципе, нормально. Вы, в принципе, в центре можете действовать и на краю сегодня. Какая у вас для вас задача была? Ну, я играл с краю. В принципе, я могу сыграть и в центре. Проблем никаких нет. Нигде поставить, там буду играть. Для вас лично как считаете, вот такой матч провести до начала официальных было полезно? Ну, я считаю, да. После таких тяжелых тренировок, в принципе, хорошо. В целом, как вы уже освоились? Как восприняли? Ну, все нормально, приняли хорошо. Ребята все хорошие, в принципе. Будем работать.